Так, ребята, еще раз, те, кто только присоединились, мужики, сегодня на аукционе продается вот этот танк за 20 плюс миллионов, я делаю по нему аналитику, катаем несколько боев, возможно, за несколько боев заберем на нем 100% отметки и будет еще лучше всем, вот, поэтому да, вот такие вот дела. Много кого интересует, Барик, брать этот танк или не брать, смотрите, мужики. Машина полностью картонная, то есть брони вообще нигде нет брони. Танк достаточно медленный. Дальше. Пушка, да, классная, пушка классная. Шикарное пробитие голдой, 395, просто офигенная. Башня крутится. То есть это какая-то такая, это 268, только с башней, да? Но опять же, картон, но при этом этот картон еще и медленней, и при этом у него еще башенка мое огромная. Мое почтение. Тюмень попозже забил. Хорошо, хорошо, Джонни, спасибо. Вот, при этом у него башенка супер огромная, в которую пробивают. Ну и короче, если этот танк попадает в обзор врагам, то в него все стреляют. Вы скажете, Барик, ну вроде бы танк выглядит неплохо. Можно на нем покатать, вроде бы классная машинка. Вот я, ты сыграл на Карелии сейчас хороший бой, вроде бы стрелял, пробивал, все прикольно, классно. Да, соглашусь, но нужно понимать, какая цена этому танку. Ну, блин, если бы этот танк стоил каких-то 10 миллионов, что ты переплачиваешь всего лишь 4 ляма, да, для того, чтобы его получить, ну ладно. А так как ты будешь переплачивать, блядь, ты 20 миллионов минимум должен поставить, 20 миллионов. Поэтому моя рекомендация следующая. Если у вас на аккаунте 60, 70, 80 миллионов, при этом вы, блядь, правильно экономически поддерживаете свой аккаунт, у вас есть ремкомплект, у вас очень много куплено танков, которые вам надо, вам некуда тратить серебро. Берите этот танк, конечно, для коллекции, берите этот танк для того, чтобы катать на нем и просто чувствовать разнообразие хотя бы какое-то. Вот. Ну а для тех людей, у которых всего там на аккаунте 20 миллионов, или для тех людей, у которых там на аккаунте 15 лямов, а он сейчас сидит с красным ебалом и сегодня фармит 5 миллионов, я вам не рекомендую брать эту машину, потому что это слишком большой ценник, и это просто неоправданная покупка. Это переплата очень-очень большая, очень-очень жесткая. Как по мне. Вот такие вот дела. Вот.